Сегодня гособвинение попросило для Михаила Ефремова 11 лет лишения свободы в колонии общего режима. В Пресненском суде Москвы 2 часа назад завершились прения сторон. Актер в них не участвовал, но выступил с последним словом. Суд планирует вынести приговор 8 сентября. С подробностями наш корреспондент Мереке Ульманов. Еще до начала прений по делу о смертельном ДТП Михаил Ефремов заявил, что не будет в них участвовать и признает свою вину. А перед началом процесса у здания суда развернулось небольшое шоу. Поддержать подсудимого пришли 3 актеров травести-шоу. Миша! 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 Мы с тобой, Миша! Помни нас, Миша! Гособвинитель попросил суд приговорить Ефремова к 11 годам колонии общего режима. По мнению гособвинения, вина подсудимого полностью доказана и смягчающих обстоятельств у него нет. После этого выступил адвокат Ильман Пашаев. Он был возмущен таким сроком и попросил суд приговорить своего подзащитного к условному наказанию или отправить подсудимого в колонию поселения, где он мог бы встречаться со своими родными. Если суд признает реально, что он реально признает свою вину, и вынесет добросовестно нормальный приговор, как обычному гражданину, тогда, я думаю, смысла нет обжаловать. Нет. Если суд будет судить Ефремова, но и не будет обращать внимание, что он признал свою вину, раскаивался, тогда, получается, он не признал вину. Но у нас, опять же, все моменты, что пойти дальше судиться. И все-таки гособвинение обратило внимание на смягчающие обстоятельства. Это состояние здоровья актера и его 2 несовершеннолетних детей. Оно также согласилось с необходимостью взыскать с Ефремова деньги в пользу сына погибшего в ДТП Алексея Захарова. Но не 7 миллионов рублей, а 500 тысяч. Мы всегда говорили с первого дня. Просто никто не хотел слышать это. Мы всегда говорили, что не нужны деньги семье. Кровавые деньги Ефремова никогда не нужны были. Это всегда говорили. И второе, мы всегда говорили, что семья согласится с любым требованием прокурора и примет любой вердикт суда. В последнем слове Михаил Ефремов снова признал вину и заявил, что алкоголь – это зло. Он искренне раскаивается в случившемся и не собирался откупаться, хотя мог бы это сделать, и тогда этого судебного процесса не было бы вообще. Кроме этого, Михаил Ефремов прочитал в суде стихотворение, которое посвятил погибшему Сергею Захарову, а в заключении сказал, что 11 лет колонии для него – это смертельный приговор. Мереке Ульманов, Антон Пахомов, Рушан Сулейманов, Москва, ОТР.